Машина с врачами наехала на ногу травмированного игрока. Машина с врачами должна была спасти футболиста после травмы, но вместо этого проехалась по его ноге. Триндади обыграл Фламинго 1-0. Обе команды, U20, в рамках молодежного кубка Сан-Паулу. Полузащитник молодежки Триндади Бернардо сперва получил повреждение в игровом эпизоде, а затем был добит, но уже случайно. Ногу футболиста переехала машина, которая должна была спасти его от боли. Турнир был впервые проведен в 1969 году. Самый частый обладатель кубка – Коринтианс. Мушкетеры брали трофей 10 раз. Ранее игрок Мю рассказал, как врачи команды едва не лишили его ноги. По материалам сайта news.com.